уважаемые любители футбола. Это Краснодар. Стадион Академии одноименного футбольного клуба. Вели по ходу встречи после точного удара Данила Карпова. Его первого мяча за Краснодар 2. Голубев сильно вперед. Хорошая скидка. Куда же Штепа убежал? Едва-едва его сейчас не наказали соперники. Нет, не пропускают усилиями Кучугура. Удар по воротам. И вот это первый опасный момент в матче. Ну а здесь что? А здесь Манелов на ударной позиции. Бьет Ираклий под перекладину. Ты, может быть, опасный момент. Это Барсов. Дальше передача. Удар по воротам. И мяч, чиркая по перекладине, уходит на угловой. Там был рикошет. Пузанов в последний момент успел. Карпов. Под удар. Удар. Сейчас определить, доволен он или нет. Да вряд ли доволен. Счет, конечно, не критический. 0-0. Какое столкновение. Разбита голова тут у краснодарца. Ох ты! А вот ошибка и... И шанс у нефтехимика. Самый опасный момент. Снова Ндука. Теперь длинный пас от него. А здесь Самко. Сколько же у него сил. Удар по воротам. Это не гол. Это угловой. Это сейв. Сейв Голубева. Удара не будет. И звучит свисток, который фиксирует первую нулевую ничью в противостоянии этих команд. И первое домашнее очко, которое набрали футболисты Краснодара 2.